Оперативными сотрудниками краевого главка совместно с коллегами из ФСБ региона задержаны трое жителей соседнего региона, подозреваемые в вымогательстве в особо крупном размере. Полицейским установлено, что от действий злоумышленников пострадали двое жителей краевого центра, владельцы совместного бизнеса. Угрожая применением насилия, мужчины требовали от них денежные средства в сумме 3,5 миллионов рублей. Опасаясь за свою жизнь и согласившись с условиями, потерпевшие передали денежные средства в сумме 900 тысяч рублей, внедорожник стоимостью 500 тысяч рублей, банковскую карту со 100 тысячами, а также перевели 200 тысяч рублей на счет одного из фигурантов. В случае непередачи всей суммы они грозили предпринимателям лишить их бизнеса. В результате проведенной спецоперации двоих злоумышленников оперативники задержали на территории Кавказских минеральных вод, а третьего в Москве. В отношении троих граждан следственной части управления МВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Они заключены под стражу.